Привет, привет, мои дорогие ребят. Я, знаете, что захотела? Я с работы пришла. И, блин, я вспомнила, я давно-давно когда-то ела такой салат. У меня где-то даже видео было. И тут мне девчонки напомнили, и я вспомнила. В общем, у меня морковь со сметанкой. Ой, у нас чешется сладкая морковка. И с цукатами. Ну как цуката? Изюм, чего? В общем, была маленькая пачка, в аптечке купила. Бананы, орешки. Очень супер-пупер. Витаминный салат. Кстати, я не знаю как, но мне раньше папа, я тут что-то вспоминала. Папа всегда тер морковь маленькую. На мелкой, правда, терке. Натрет. С песочком. Ну, конечно, со сметаной я не ела. Но я что-то так вспомнила сегодня. И еще яблочко туда добавить. Вот, да, единственное. Сладкая морковка, яблочко, все песочком. Вот. А здесь я со сметанкой. И с орешками. В принципе, пачка 38 рублей небольшая. Вот этих сухофруктов. Одна морковь и две ложки сметаны. Ну, вкусно уже. Вот миндаль. Бананчики тут. В общем, всякие разные. И у меня еще осталось. Фундук. Сегодня что-то я даже в магазин не забежал, так холодно. В аптеку и бегом домой. Думаю, ну проживу, есть что есть. Нечего каждый день в магазин ездить. В принципе, можно вообще с изюмом сделать. Просто с сухофруктами. В следующий раз я куплю просто цукаты без орехов. Потому что орехи идут. Не больно видно, да? Как бы зубки не сломать. Они не жесткие, не мягкие, конечно. Последние. Но очень вкусненько. Я все никак не залезу в интернет. Посмотреть, до какого числа у нас похолодание. В общем, пробуйте сделать так, кто любит морковку, на завтрак даже.
В общем, у меня одна большая морковь. Вместо пироженки. Да, я говорю, орешки лишние. Смотришь телевизор. Сирия, Украина, Сирия, Украина. А у нас нет проблем. Ой. В общем, орехи только отдельно, а сюда можно просто цуката. Еще кофе. Вариант идеального завтрака. Все включено. Это знаете, откуда сейчас вспомнил? Ну, я любила морковь, да, мне папа тёр. По-моему, были давно, я тоже маленькая была. На завтрак давали морковь со сметаной, сметаной я никогда не ела. И когда начался ковид, нам в больницу бесплатное питание сначала стали давать. И вот там на завтрак... Такой салат с цукатами и сметаной. Мне так понравился. Ну, вспоминаешь, что когда очень редко. В общем, все. Я доедаю. Бананчики. Всем приятного аппетита. И готовьте такой же завтрак.